совместно с Мариной. У нас коллаборация, мы только внедряем этот новый продукт. Это подарочные боксы к Новому году. Готовый подарок, вам не надо тратить время на упаковку, и вам не надо тратить деньги. И все запломбировано, что является это именно нашим продуктом и ничьим другим. У нас это первая интеграция с такая интересная с мастером. У нас представлены новинки. Новинки пока еще вы можете найти только здесь, либо под индивидуальный заказ. У которой золотые руки, я их ощущаю каждую неделю на себе. Но встретимся фразами честными, задержками на двоих, губительная слабость на двоих, губительная радость, мурашки, босые ноги по холодному паркету. Ребята, всем привет. Мы, короче, находимся на территории тенниса. Сейчас мы идем к Марине, и мы покажем, что у нас сейчас вообще нового происходит в бренде. Расскажем о Марине, о ее услугах. Сейчас Джесс на сеансе. Марина является мастером по массажу и коррекции фигуры. Сейчас я тут как раз еще покажу, идет процедура. Сейчас мы посмотрим, что у нас там происходит. Так, опа, заходим. Так, нас встречает две. Здрасте, здрасте. Мы сейчас находимся на территории тенниса. Что это такое? Это корт, где вы можете позаниматься теннисом, отлично провести время. А еще на улице Зеленый, переулок 19, на территории тенниса есть кабинет на втором этаже, в котором работает мастер по коррекции фигуры Марина. И поскольку я сама уже только что закончила процедуру и чувствую себя прекрасно, Марина делает массу разных процедур, массаж всего тела общий, лимфодренажный, антицеллюлитный, РФ-лифтинг, левитация, обертывание. Кабинет очень просторный, светлый, и здесь на самом деле можно даже принять душ, например, после обертывания. Так, лично давайте посмотрим. Была процедура РФ-лифтинг. Да, можно принять душ. Ребята, да. Джессика не врет. Лично у меня была процедура аэрофлифтинга, я уже хожу 6-й раз, и до этого к Марине я ходила на различные массажи, в общем, попробовала разные техники, и специалисты Марину рекомендую. И у меня сегодня процедура была на этой замечательной классной кушетке, и процедура делалась вот на том аппарате, как раз таки на нем можно производить процедуру аэрофлифтинга. В общем, что такое аэрофлифтинг? Это для того, чтобы ваша кожа была более упругая, подтянутая. И я уже на 6-й процедуре это на себе ощущаю. В общем, классная процедура. Кому интересно, можете почитать в интернете или напрямую позвонить Марине, она вам 100% подробно расскажет. Но мы сегодня здесь не только по этому замечательному поводу приведения себя к следующему сезону в порядок. Мы сегодня нашу замечательную продукцию от Hello with Me решили представить совместно с Мариной. У нас коллаборация, и теперь наши браслеты можно приобрести в офлайн-точке. Что у нас, собственно, здесь представлено? У нас здесь представлены наши старые линейки, а именно это нежность с жемчугом, это нежность матовая вот с такими красивыми разделителями фианитов. Это грация, всеми полюбившийся хит нашего бренда Hello With Me. И также у нас представлены новинки. Новинки пока еще вы можете найти только здесь, либо под индивидуальный заказ, потому что пока еще на маркетплейсах новинки не появились, но приобрести их уже возможно. Это, например, Coming of Lead, он тоже представлен с разделителями из фианитов, все очень красиво выглядит, вот такая у нас этикеточка беленькая. И все запломбировано, что является это именно нашим продуктом и ничьим другим. Что еще интересного можно здесь найти? Мы
Это еще пока новинка, этого нет на маркетплейсах. Об этом еще мало кто знает, потому что мы только внедряем этот новый продукт. Это подарочные боксы к Новому году и предстоящим гендерным праздникам, а именно 23 февраля и 8 марта. Да, на Новый год он вообще на носу, как бы корпоративчики, подарочки коллегам, подарочки дорогим друзьям и так далее. В общем, это подарочный бокс. Что в нем есть? В нем есть браслетик от Hello It's Me, сделанный с любовью. Вот руками. В такой упаковке, ребята, у нас бокс содержит, чтобы сразу момент, это упаковка наша авторская, да, она идет сургуч-печать, джутовый канатик, у нас идет крафтовая бумага с нашим эскизом для нас, который нам Светлана рисовала, наш друг-художник из Москвы, и потом крафтовая коробочка тоже с логотипом HIM, про это не стоит забывать, потому что это готовый подарок, вам не надо тратить время на упаковку, и вам не надо тратить деньги на упаковку, на да, и время на поиски, это очень важно. Вот, собственно, вот такая коробочка с браслетом внутри, да, под определенный размер, она представлена в нашем боксе, и плюс в нашем боксе представлены свечи, ванильный аромат. Просто вкусные, хорошие, ароматные свечи. Вкусный свечка. Ванильный аромат. И это духи Black Opium, тоже долгоиграющая такая история, если вам нужно... Роликовые на масле. Масляные. Да, роликовые на масле, их удобно положить в сумочку с собой, либо в бардачок машины, ну, в общем, такой удобный функционал они несут. Вот, собственно, наши коробочки. Я вас всех приглашаю посетить переулок 19, территория тенниса, второй этаж. Здесь замечательный, просторный, уютный, теплый кабинет мастера по коррекции фигуры Марины, у которой золотые руки, я их ощущаю каждую неделю на себе. Приходите, пожалуйста, сюда, наслаждайтесь процедурами красоты и, собственно, нашим уголком. Короче, ребят, вот так вот у нас здесь появилась первая небольшая химовский такой стендик офлайновский. Он у мастера Марины. Тут, короче, я просто не разбираюсь в этих штуковинах, но тут дофига всего. Тут, короче, какие-то такие штуки, короче, которые, я не знаю, они что-то делают, но они, походу, что-то крутое. Куча кремов, масел, каких-то штук, полотенца, всякие аппараты. Короче, здесь очень много всего. Я думаю, перечислять. Лена уже перечислила. Приходите к Марине. У нас это первая интеграция такая интересная с мастером. Я думаю, то, что мы все вместе продолжим развиваться. Клиенты будут приходить, радоваться хорошо выполненной услуге, покупать себе браслетик и уходить довольными, и, собственно, радоваться, и, я не знаю, развиваться и расти. Поэтому пока-пока, вот такая вот первая офлайн-точка у нас появилась. Все смотрится. Вот, точку мы поставили, все мы красивенько там расставили, и выпуск будет, я думаю, на неделе. Ну, вы все увидите, как у нас там что стоит.